правда, будет не так много времени на реализацию большинства, а лучше вот так вот в зону войти и там повладеть. Ядроид, бросок и 4-2. Еще момент, и это 6-0, а Михаил Шалагин, что он делает? Задал бы к тренеру футбольному, если ходил бы Демченко в свое время, не знаю, честно. Ну, а это момент, и вот он, каракулька. Любви на ненависти наоборот. А пока момент, и вот первая шайба. Здорово, кто расчерчена. Долгопятов. Ну вот-вот, уже Никитин будет на площадке, меньше 10 секунд. Бросок, гол! Долгопятов! Тут такая тройка, но контратвет у Немана. Осипов как здорово ускорился, под дубный 1-1. Очень классно, очень быстро разыграно. Ассистов. Пока у нас борьба в средней зоне. И вот таки Ковгореня обокрал здесь всех, обманул, бросил. И шайба в сетке.